Здравствуйте, друзья, зрители моего канала, с вами Елена. Сегодня у меня обзор зимних кроссовок New Balance. В декабре, в начале декабря была вот такая представлена коллекция в бутике New Balance. И из этого нужно было мне выбрать что-то для спортивной ходьбы. Именно в зимнее время. Зима у нас суровая. В кроссовках, в таких легких ходить невозможно, нужно что-то теплое. В ботинке мне не нужны были, в сапогах неудобно, мне нужны были удобные зимние кроссовки. Но вот из этого ассортимента мне пришлось выбирать. Выбрать есть из чего. Цветовая гамма была представлена хорошая, с мехом внутри, там на теплой такой баечке, флис. Мне нужны были более теплые, потому что у нас зимы бывают холодные, до минус 20. Я выбирала кроссовки, чтобы внутри была стелька толстая, ну, меховая. Все кроссовки стоили 13 990 рублей. Азия дешевле, чем Англия и США, поэтому можно даже было взять две пары. Но так как я Азию никогда не брала, это мои первые кроссовки, для начала я хотела попробовать, как они вообще в носке. Удобно ли мне будет, холодно, не холодно. И в результате мы остановились с мужем на 574 модели. Вот такие я взяла. Ну и муж тоже взял себе черные. Так они прошиты хорошо. Впереди это кожа. Пол ботинка вот прошита, видите, кожа. Сзади пятка, тряпочка такая, водоотталкивающая и грязеотталкивающая. Все кроссовки хорошо прошиты, очень легкие. Ну, как вы видите, Азия, голубые коробки. И там показываю мужские. Верх кожа, полиэстер. Подкладка, они пишут хлопок, но там хлопок, полиэстер, кожа, резина. И сделано во Вьетнаме. И цена 13 990 рублей. Плюс у нас еще карточка. И по карточке была какая-то скидка. По-моему, больше 1000 там рублей нас скинули. Язычок весь также меховой, прошит хорошо. Внутри мех, мех достаточно толстый, наверное, сантиметр где-то. Внутри у нас стелька тоже меховая. Конечно, там были красивее кроссовки, но эти подошли нам именно вот за счет того, что внутри стелька меховая. И что касается подошвы. Подошва очень удобная. Протектор хороший, не скользят. Ноги не разъезжаются, ноги не устают. Значит, держит холод хорошо. Мы гуляли, вот как раз сейчас я вам показываю, при температуре минус 15 градусов. Сегодня минус 15, снег скрипит под ногами. 574-е прошли испытания. Вот так они выглядят на ноге. Конечно, красоты в них никакой нет, но понятно, это зимние кроссовки, больше они похожи на ботинки, но они намного лучше, потому что в них удобно ходить. Я очень довольна. Они сохраняют тепло, нога не мерзнет. На снегу ноги не скользят, очень удобно ходить. Я довольна. На весенних скидках, если что-то будет, обязательно куплю. Так что занимайтесь спортом, выбирайте себе удобную обувь. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока всем, кто был на моем канале. Всем, кто послушал и посмотрел это видео. Спасибо за внимание. До свидания, друзья. До новых встреч.